Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы разберем вот эту вот прекрасную, совершенно невероятную резинку, необычную, вот, и все ее варианты исполнения, то есть в разных вариациях. Вот они у меня здесь представлены: двойная, круговую и обычные варианты. Двойная, двухсторонняя, видите, и односторонняя. Итак, давайте сначала разберем саму вот эту вот косичечку маленькую, как она делается, потом разберем все варианты исполнения. Так, число петель должно быть кратно 4. Я набираю 12 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. И начинаем мы вязать с изнаночного ряда. Вот этот первый ряд, он у нас получается дополнительный. И вот как бы мы начинаем с этого ряда. Видите, у меня здесь нить набора. То есть начала я вот так вот. Это значит, что здесь у меня 2 лицевые. Ну, соответственно, первая кромочная. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые и 1 изнаночная. Вот в этом узоре очень хорошо все совпадает, то есть в кратность 4 петли мы попадаем с вот этим узором, у нас как бы 2 на 2, и с круговым узором, и вот с этим тоже, кстати, со всеми узорами, кроме вот этого, который я еще объясню. Везде мы попадаем в кратность, то есть везде кратно 4 число петель. И сам узор 2 изнаночные. Здесь как мы делаем эту косичку? Мы провязываем 2 лицевые петли. Давайте помедленнее. 1 лицевая, 2 лицевая. Теперь делаем накид к себе. И вот эту первую петлю мы одеваем на вторую петлю и на этот накид. Вот таким вот образом. Еще раз. 2 изнаночные. Теперь лицевые. Провязала. Провязала. Накид к себе. И протянула первую. Вернее, одела первую петлю на вторую и на этот накид. В изнаночном ряду, если это круговой ряд в четном ряду, то мы просто провязываем по узору 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Ну, понятно. В изнаночном ряду мы тоже вяжем по узору 2 лицевые. Эти петли мы провязываем изнаночными. В лицевом, вернее, в круговом вязании мы их провязываем лицевыми. Ну, в общем, как смотрят петли, да? Вот и весь узор, девчонки. Вот таким вот образом у нас потом вырисовывается вот такая вот косичка. Прекрасная, красивая, и в резинке смотрится вообще шикарно. Вот он, то, что я вам показала. Далее второй вариант. Нет, это не второй вариант. Второй вариант у меня здесь. Здесь число петель кратно 3, и тоже мы попадаем, никаких плюсов, просто кратное 3 число петель. Здесь у нас с изнанки просто изменение в том, что здесь у нас 2 лицевые петли, здесь у нас 1 лицевая петля. То есть эту косичку мы делаем не через 2 изнаночные, а через 1. И число петель кратно 3. Вот, красиво получается и эта косичка. Вот это мне, это красивее, чем это, но я разобрала все способы. Понятно это. Значит, далее. Два способа, третий способ. Двухсторонняя очень красиво получилась. Итак, двухсторонняя резинка шикарно получается. Смотрите, какая она красивая. Значит, как мы ее вяжем? Точно так же. А мы в каждом ряду, вот где у нас, если у нас изнаночные петли, мы провязываем изнаночными. Все петли мы провязываем изнаночными. Там, где у нас лицевые, мы делаем нашу косу. Спицы тарахтят. То есть изнаночные петли мы провязываем, лицевые тоже, но из них мы делаем накид и одеваем первую петлю. 2 изнаночные, здесь 2 лицевые, накид к себе и одеваем петлю.
То есть в изнаночном ряду, девчонки, мы тоже провязываем косу. То есть с обеих сторон мы ее провязываем. Там, где мы ее вяжем лицевыми петлями. Вот, сейчас я покажу второй ряд. В круговую здесь уже у нас совсем по-другому. Сейчас покажу и в круговую. Так, есть. И второй ряд. Совершенно то же самое, смотрите. Здесь у меня лицевые петли. Накид одеваем. Там, где изнаночные, просто провязываем изнаночными. Где лицевые, провязываем, накид одеваем. Вот таким вот образом мы делаем ее двухсторонней. То есть провязываем в лицевом, как бы в лицевых петлях эту косичку делаем. Так, понятно, это третий вариант. Ну и четвертый вариант. Вообще-то их как бы получается 6. Вот, допустим, на основе резинки 2 на 2 мы можем вязать в круговую. На основе резинки 2 на 1 мы можем вязать в круговую. Ну и теперь двухсторонние покажу, потому что двухсторонние у нас немного по-другому. Здесь я вяжу, поэтому вот. Итак, как мы провязываем? Мы здесь делаем и лицевые, и изнаночные косы. Две лицевые, накид к себе, одели так, как одеваем, ну, так, как и делали. Теперь две изнаночные, накид к себе, и точно так же мы одели первую петлю. Все то же самое, только и на лицевых, и на изнаночных петлях. Вот, то есть эта резинка прекрасная для кругового вязания. Вот, и очень красиво, ну прям безумно красиво она выглядит, девчонки. Ой, а где мой накид? Безумно красиво она выглядит. И все ее 6, возможно, не все 6 вариантов, возможно, ее больше вариантов, но такие основные я разобрала. Вот, то есть варьируйте как хотите. Мне больше всего понравилась вот эта вот, вот двухсторонняя. Вот прям такая она красивая. Шапку можно, ну это я как на основе манжета, шапку двухстороннюю можно связать. Снудик можно связать, очень красиво получится. Шарфик можно связать. Так, и второй ряд просто вяжите по узору, резинка 2 на 2, вот эту вот, как бы. То есть здесь мы чередуем через раз. Один раз мы провязываем, один ряд мы провязываем косы, второй ряд мы делаем вот эти вот косички. И на лицевой, и на изнаночной петле. И все, и таким вот образом вяжем в круговую. Так что пользуйтесь, девчонки, я думаю, классно, мне очень понравилось. Ой, видите, здесь немного путаюсь, если перескочила из резинки в резинку и запуталась уже. Когда вяжете один способ, то не путаетесь, а когда я так все прошлась по всем способам, уже и запуталась. Ну все, мои хорошие, на сегодня все. Вот, нет, давайте покажу еще второй ряд. Так, значит, второй ряд просто смотрим. Изнаночные петли, лицевые. Две изнаночные, две лицевые. Ну, в общем, как лежат петли. Ой, я еще ряд не довязала. Ну да ладно, не буду. Все равно я это распущу. Значит, поняли, да? В одном первый ряд мы делаем косичку и на лицевой, и на изнаночной петле. Второй ряд вяжем, как лежат петли. То есть две изнаночные, две лицевые. То есть узор 2 на 2. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.